Последний сохранившийся миномет хабаровского производства был сделан именно на этом заводе, а теперь стал экспонатом музея истории нашего города. Много лет он находился в Хабаровском автомеханическом техникуме и был наглядным пособием для студентов. Остальные подробности в сюжете Анастасии Незнановой. Здесь нет, к примеру, тоже планки прицеливания, потому что она не сохранилась, по крайней мере, она крепилась отдельно. Этот 120-миллиметровый полковой миномет сделан на самом старом предприятии Хабаровска, которое прекратило свое существование в 2007 году. Речь идет о «Дальдизеле» или заводе имени Молотова. За десятки лет работы он сменил несколько имен. Старейший хабаровский завод «Дальсельмаш», бывший «Арсенал». Бригадир сборочного цеха Филимон Евстафьевич Панасенко принадлежит к знаменитой на заводе династии рабочих. И свою долю труда вложила семья Панасенко вместе с коллективом завода, осваивая производство самоходных комбайнов. Но до производства сельскохозяйственной техники на Хабаровском заводе делали орудия для фронта, в том числе минометы. На вооружение Красной армии он был принят в 1939 году, а 41-го принимал участие в боях Великой Отечественной войны. Управлять минометом бойцам было непросто, но еще сложнее – дотащить орудие до места назначения. Его вес – несколько сотен килограммов. Четыре человека перетаскивали вот эту плиту. Вот, и два человека, соответственно, сам миномет. Был вариант колесный, то есть его грузили на тележку и перекатывали. Помимо миномета солдаты несли с собой комплект мин. Перезаряжать орудие под открытым огнем противника приходилось за считанные секунды. Вот это те самые мины, которые производились и на заводе имени Молотова, и предназначались для того самого миномета, который вы видите. Норматив нужно было сделать 15 выстрелов в минуту. То есть каждые 6 секунд производится новый выстрел. То есть смотрите, 3 секунды, чтобы его зарядить и чтобы он выстрелил. После окончания войны многие орудия переплавляли, но это сохранилось. Сегодня это единственный оставшийся в Хабаровске миномет местного производства. В данном случае после Великой Отечественной войны данный экспонат был передан в механический техникум и использовался в качестве учебного. То есть, грубо говоря, на нем учащиеся получали, которые учились на заводе, они его изучали, изучали технику работы с ним и получали, соответственно, военную учетную специальность. Если говорить официальным языком, миномет передан музею во временное пользование. Но по факту он будет стоять здесь очень много лет, если только автомеханический колледж не захочет забрать его обратно. Увидеть ценный экспонат может любой посетитель уже без ограничений. Музей истории Хабаровска снова работает в штатном режиме и ждет своих посетителей. Анастасия Незнанова, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. В Музее истории Хабаровск помимо постоянных экспозиций открыты несколько выставок. Среди них работы художника Николая Долбилкина, произведения учащихся детских художественных школ и школ искусств, а также фотовыставка, которая посвящена дню подписания акта о капитуляции Японии.